Здравствуй, дорогой друг! Тебя приветствует клан и альянс Серая Лига, и на очереди у нас очередное оружие с очередным модом разлома. Ну что ж, приступим. А на очереди у нас такое оружие, как ленц с модом разлома. Это у нас лук. Лук, у которого стрела разрывная. После столкновения с поверхностью спустя секунду она взрывается. С виду все хорошо и интересно. Данные моды на это оружие стоят до хрена, они стоят. И само по себе, как мне показалось, оружие довольно-таки неинтересная говняшка. Вот прям говняшка, вот вся суть в этом слове. И покупая моды на это оружие, которые стоят там 1000, 2, 3, 7, даже 10 есть, вот кто сидит часто в торговом чате, тот не даст мне спиздеть, что под моды на это оружие продают по 2, по 3, ну короче пиздец. И с кристальными глазами сидят и думают, что вот этот мод у них вот прям вот купят, и он столько на самом деле стоит. Да чтобы купить мод за 2 косаря, это платина, это 3500 рублей, да ну это ёбнуться просто можно. Это, ну если такой мод вы конечно купите, то у вас будут самые длинные 7 сантиметров в мире. Ну и пойдем посмотрим, что я туда поставил, и быстренько еще покалькулируем чуть-чуть. Мод я выбрал вот такой на ленц. Который увеличивает урон на 148% и мультивыстрел на 76%, что повышает нам урон. Мультивыстрел нам повышает еще больше урона и продает нам статуса чуть-чуть побольше. Но вот статуса здесь и так мало, но пытался его выжать по максимуму. И что у нас получается с данным модом? Получается следующее. Если мы сейчас будем считать от вируса, то у нас урон вирусом 9600. Множитель 4,4. То есть если 9600 умножить на 4,4, у нас получится крит, взрыв, 42 тысячи округлим. Ну 42 240, но мы округлим до 42 тысяч. Если мы уберем этот мод, и у нас будет урон 4400, и поставим сюда множитель крита, и пусть будет крит урон и множитель крита, вот эти вот моды там продают, да, по 5 тысяч такие моды стоят. То есть у нас только увеличится крит. Крит у нас увеличится до 6. Множитель. И шанс крита у нас будет, по-моему, 160 или 175%. Что-то около того. Так вот. Если у нас урон уменьшится до 4400. И множитель крита у нас будет 6. А он будет 6. Он больше вряд ли, скорее всего, вылезет. То у нас в крите будет урон 26400. Вот такая вот математика. Коварная ты, сука. И поэтому я предпочитаю моды с уроном и мультивыстрелом, потому что лучше иметь поменьше шансы крита там и множителя крита. Но если кританешь, так кританешь хорошо от души, а критуют почти все подобные оружия очень часто. Чем выебываться, иметь у тебя шанс крита, но при этом нихера не иметь урона и носить гораздо меньше урона. Это, ну, хрень полная получается. Ладно, у нас первый билд будет на вирус, потом посмотрим, что у нас будет с коррозией. В ленте у нас изначально идет взрыв. Если мы эти два мода снимем, то да, в ленте видно, что у нас идет встроенный урон от взрыва и еще немножко урона холодом. Вот такая вот хрень интересная. То есть поле для экспериментов довольно-таки непаханое, можно там всякое изгаляться. Но вот потестим на вирусе, почему-то вот на вирус просто народ там удрачивается. Потом посмотрим, что будет с коррозией и по билду. Все по стандарту, ничего здесь нового вы для себя не найдете. Зазубрина увеличивает общий урон на 165%, разделенный патронник увеличивает урон и поднимает нам статус. Чутье на уязвимость, точечный удар увеличивает нам шанс крита, множитель крита, ну и стихийные моды, которые увеличивают нам, соответственно, урон стихии и еще поднимает нам немного статус. Статус у данного оружия, ну, просто маленький, так что, что есть, то есть. И скоростной курок, который увеличивает нам скорострельность, для луков у нас аж получается 120%.
Крамсания Прайм я сюда ставить не стал, потому что у нас пронзание идет на вылет. И, как правило, стрела улетает в текстуры, и в текстурах взрывается, нам это как бы не надо. Ну и мотор-злом мы уже все посмотрели, что за хрень. Давай же перейдем к нашему тесту и посмотрим, на что данная говняшка способна. Берем по умолчанию противников сотого уровня, двух пулеметчиков и бомбардировщиков. Всегда спрашивают, почему именно они. Если эти чуваки сдохнут, то сдохнут все, потому что это самые мощные противники во всей игре. Ну, давай, впиваемся в пулеметчиков, они у нас ближе всех. Ну, безусловно, криты идут, вот вообще хорошо криты прошли, надейся. Вот прямо вот хорошо получилось вроде как. Что касаемо Ленса, его особенностей. Самое... Обидная особенность у него, это, конечно, что вы можете умереть от его взрыва. Сейчас мы берем неуязвимость и посмотрим, что у нас будет происходить. Если вы бежите и стреляете, и попадаете в свою же сферу, вы умрете. Воскрешай нас. Если вы будете целиться, и перед вам в прицел забежит ваш союзник, и вы стрельнете в него, стрела также попадет куда-нибудь, на месте замрет. Даже может просто в воздухе замереть. Вы умрете. Вы в любом случае будете сдыхать. Если вы неаккуратно стрельнете, то вы тоже умрете куда-нибудь под ноги себе, в стену, в бок. Это все очень хреново. В этом Ленс очень хреновый. Что касается второй особенности, у него эта особенность и хорошая, и нехорошая. Так как у Ленса всего лишь 7 стрел в запасе. Но при всем при этом он умеет мутировать патроны, что очень даже хорошо. Если у нас там остались патроны, сейчас посмотрим, смутируют он их или нет. Не остались. Ну, сейчас будем тестить на коррозии, да и посмотрим. Ладно, переключаемся на нашу коррозию. Посмотрим, что у нас будет с коррозией. Сделали коррозию, когда мы поставили коррозию, то есть у нас коррозии чуть-чуть поменьше стало, тем вируса на 100 единиц, с вирусом 9600, с коррозией 9500, ну и как бы и хрен с ним. Так, ну говняшка в руках, патронов полно, погнали смотреть, что будет с коррозией. А с коррозией мы видим, что гораздо лучше. С виду. Не сдохните. А в принципе то же самое получилось. Короче, что коррозия, что вирус, обе хуйни, что та, что это, одинаково. Вот такой вот мод, вот такой вот Ленс, ничего здесь удивительного нет, выдающихся характеристик нет, выдающегося урона нет, но давайте еще раз потестируем. Чтобы он выдавал какой-то неимбовый, неебический урон, чтобы за эту херню можно было давать 2-3 тысячи, да ну его нахуй, да пошел он в жопу. Что касается моего экземпляра, я его купил у высокорангового игрока, кто уже понял, потестировал, что это та еще херня. Купил за 350 платины. И то я посчитал, что это, ну, бздец как дорого, и оно того не стоит. После видоса я буду сливать этот мод, потому что, ну, хрень. Самая настоящая полная хрень, как говорится. Вот не умеешь, вот не берись, если не умеешь. И вот это вот касается того, что вот с Ленсом, с его уроном. Вот хрень. Что касаемо общих впечатлений, куда его можно брать? Ну, можно взять его... Его можно хоть куда взять, где противники до 70 уровня, где до хрена
вот мелких слабых врагов это, скорее всего, будут зараженные. Взять какого-нибудь Вуконга, включить ему бессмертие, вот тогда вот можно бесспорно покайфовать, но вот есть более интересное оружие, чтобы самоубийц, это танкор и пента. Ну, на худой конец, это конец Сталлана, вот тоже самоубийца можно прекрасно. Почему данный мод стоит 7 тысяч платины, по 5 тысяч платины, по 3 тысячи платины? Говорю, что я пытался думать, но процесс этот болезненный и неприятный, и вот забил. Так что экспериментируйте, как говорится, сами, думайте сами, решайте сами. Ну, на этом все. Пока.